Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Уржуме планируют построить 3 новых предприятия. Речь идет о молокозаводе, пивзаводе и комбикормовом заводе. Площадки, на которых они разместятся, уже найдены. Для реализации проектов хотят привлекать деньги инвесторов. Инфраструктуру для предприятий планируют обеспечить с использованием средств Фонда развития моногородов. Его представитель Максим Стафеев и исполняющий обязанности зампреда правительства Ольга Куземская недавно посетили Уржум. Как отметила Куземская, для того, чтобы все планы по строительству осуществились, необходимо обеспечить подготовку и проверку всей необходимой документации. Программа «Экономика». Региональный Минфин рассказал об исполнении бюджета в доступной форме. Ведомство специально для жителей области подготовило презентацию об этом. В документе представлена информация о доходах и расходах области в 2016 году, о результатах реализации государственных программ и о выплатах населению. Так, дефицит бюджета региона в 2016 году составил 2 миллиона 480 тысяч рублей, доход 43 миллиона 300 тысяч, расход 45 миллионов 700 тысяч рублей. Большую часть поступлений в казну, 61%, обеспечивают налоги. Субсидии и дотации составляют 36% бюджета. Наиболее затратные части – образование и социальная политика. На эти отрасли расходуется почти половина бюджета. Экономика на 101 FM. Доход председателя арбитражного суда – 3 миллиона 300 тысяч рублей. Сергей Мартынов, согласно декларации за 2016 год, также имеет в собственности земельный участок в 67 соток, дом в 114 квадратов, квартиру, гараж, иномарку и лодку. Его заместитель Светлана Фадеева заработала за год 3 миллиона рублей. Собственности – квартира площадью 51 квадратный метр, доля в квартире площадью 107 квадратов. Еще один зам, Роман Серегин, получил 2 миллиона 760 тысяч рублей. В его совместной собственности двухкомнатная квартира, треть доли в двухкомнатной квартире, гаражный бокс и иномарка. Доллар сегодня 58 рублей 54 копейки. Евро 64 рубля и 24 копейки. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.